Сделать родной округ лучше может каждый химчанин. В преддверии принятия окончательного варианта генплана прошла встреча горожан с представителями администрации. Власти решили попробовать новый формат. Провели не общественные слушания, а общественные обсуждения. Любой житель Химок в формате диалога мог высказать свои идеи и пожелания относительно дальнейшего видоизменения города. Мы можем видеть свою ситуацию с одной стороны, а люди, которые непосредственно находятся на земельном участке, используют ее с каким-то видом, могут быть абсолютно уверены в обратном. Поэтому, не выслушав людей, мы такое решение принять не сможем. После регистрации жителей округа направили на переговоры к ответственным лицам. Темы затрагивали разные – экология, земельные и правовые отношения, архитектура и строительство. Утвержденные правила землепользования у нас имеются. И сейчас идет филигранная корректировка этих правил землепользования застройки с учетом мнений граждан и с учетом последних внесенных изменений в федеральное и региональное законодательство. Жители активно принимают участие в подобных встречах. В прошлый раз на публичных слушаниях, посвященных генплану, администрация собрала более 2500 предложений.